Дорогие друзья, уважаемые подписчики, вы на канале RS Property, маркет номер один в Турции в секторе недвижимости. И сегодня у нас в гостях Наталья и Халет из Москвы. Наши постоянные клиенты, они купили уже несколько квартир в Алании и скоро получат турецкий паспорт по упрощенной схеме за покупку недвижимости в Турции. Добро пожаловать, рады вновь встрече с вами. Мы тоже, спасибо. Из всех компаний, которые нам прислали ответы, единственная компания RS Property, которая услышала наши требования, пожелания, да, вот все, что мы хотели, мы отправляли запрос, и нам прислали именно то, что мы хотим, потому что вот в других компаниях нам накидали столько предложений, именно того, что я вот заостряла на этом внимание, что мы этого не хотим, а нам вот это прислали. Но RS Property, и вот Виталий конкретно, он услышал нас и предложил то, что нам надо. Ваш персональный менеджер Виталий Щербаков. Да, да. Расскажите, пожалуйста, всю правду, ваши первые впечатления о Виталии и вообще, как вы оцениваете работу вашего менеджера по 10-бальной шкале? Ну, по 10-бальной я на 15 его оценю, потому что он, ну, первое впечатление, такой серьезный парень, все. И всегда, когда к нему обращаешься, а обращаемся мы часто, потому что и после того, как купили недвижимость, вопросы возникали, он всегда реагирует очень быстро и четко отвечает. Не было такого случая, чтобы мы обратились, а он не ответил или так, спустя рукава на наши просьбы отреагировал. Вот. Он очень внимательный. Очень-очень внимательный, хороший менеджер. То, что то есть хотели, подобрал полностью под ваши запросы вариант? Абсолютно, абсолютно. Даже лучше. Даже лучше превзошел ожидания. Да, да, да. Каждое утро, когда мы в окно смотрим, душа поет. И вы также доверились Виталию и в последующем уже купили квартиры онлайн. Даже онлайн. Хотя я раньше всегда считала, онлайн никогда, вот в жизни никогда не буду покупать. Ну, да, раньше Виталик можно было покупать онлайн вещи, да, а теперь уже квартиры покупаем онлайн. Тут весь вопрос в доверии. Доверие, да. Мы вашу компанию доверяем. Виталию и RS Property на 100%. На 100%, да. Прекрасно. Спасибо вам.